Здорово, народ! Приветствую вас всех на своем канале. Меня зовут Данила. И сегодня короткое видео будет про туманки, которые уже стоят. Но вы сейчас увидите, как они ко мне шли, сколько я их ждал. И началось с того, что у меня не проходила ТО машина, потому что одна из туманок была разбита. Я начал гуглить, смотреть, где можно купить такую же фару. Туманку, да, и они очень дорогие. Тут вылазят другие тоже, что-то около 18 евро с Китая. Я зашел туда, выписал, ждал пару дней, тут мне начали приходить типа заплати, но я заплатил сразу, а майл все приходит и приходит. Я захожу на эту страничку и как бы, да, типа ты не заплатил. Ну, давай там разбираться, искать в этой страничке. Вообще запутался там, такая сложная страничка, но потом разобрался. Там, оказывается, надо было еще подтвердить экстра, что нажать на кнопку, что я заплатил. Потом только хозяин, типа, видит, что заплатили. Хотя он может посмотреть на свою эту, наверное, конту там, что деньги пришли или что-нибудь такое. Вот, ну, смысл в том, что потом я еще около полмесяца ждал, пока они выйдут, потом ждал, пока они сюда придут, вот, и, да, вот с этого начинается видео, пожалуйста, в просмотр, не забывайте ставить лайки, комментарии, спасибо всем. Поехали дела делать, ребята. Тут вот я заказал... Вот, вот такие вот на Митсубиси себе противотуманки. Вышли они мне 34.15. Захожу сюда на почту смотреть, где он находится. И он уже вот в Германии. По идее, вот сегодня Samstag 16.08 должны прийти. Но время сейчас вот 17.01, уже почта и не придет. Будем ждать, когда придут. Будем ставить. Ну вот и долгожданные, по идее, фонарики, которые я как бы заказывал, да. Вот, до меня они шли... Сколько они шли? Месяц шли они. Это ужасно. И еще что у меня злит, то что сами фонарики стоили что-то 18 евро или что-то такое. Ну, я не помню, потом вот напишу вам сейчас, да. Но самое главное, что, ну, вместе это, да, обошлось там 34 евро с чем-то. И они взяли, мне наложили Цольгебюрен, как ее, таможенную пошлину, 8,90. Как это, вот кто это разбирается? Как, напишите в комментариях, как должно таможня накладывать этот свой, этот, да, как растаможку, да, типа. Потому что вообще там где-то около 10 евро только шло, или 12 евро шло только пересылка. Это общая сумма берется или только что стоят эти противотуманки? Вот, кто знает, напишите в комментариях, чтобы я знал, если что. Даже не в следующий раз, может, в этот раз тут вот закон какой-то написан, я отпишу чисто ради... Ради чего? Как сказать это? Принципа, да. Так, вот. Super Fort Lamp. А BMW нарисовано. Ну, сильно легкие, прям очень легкие. Я еще подумал, лампа это или нет. Вот так они выглядят, там уже видно. Сегодня сейчас мы их вместе с вами будем ставить сразу. Я надеюсь, эти подойдут. О, да. Эти пины все подойдут. И крепления по моей памяти тоже вроде бы такие же. Вот так, считай, получается. 3, 6, 7, 8, 9. 9 диодов этих там. Противотуманки. И, кстати, те, которые сейчас у меня стоит, одна там, стекло лопнуто, да, у нас ТО из-за этого не проходит. Но
Отдельно продается стекло прям на них. Кто хочет заморочиться, может писать, тому отошлю. А кто не успеет, они, я их еще одновременно выложу в eBay. Вам придется тогда их потом покупать. Так что давайте, пишите в комментариях, или там у меня адрес Instagram, или мой mail адреса. Так что пишите, вышлю. Но если куда-то далеко, оплатите только свой, ну, за почту, а так вышлю вам бесплатно. Или кто не успеет, вышлю на eBay. Еще раз говорю. Тут еще какие-то крепления, вот. А, ну да, кстати, там вот эти крепления где-то неправда сгнили. И болтики новые, ништяк, все поставлю. Ну что, погнали мы их ставить. Так, что, переместились в гараж. Вот такие вот стояли у нас. Вот это вот треснутое. Та нормальная. Сейчас мы будем эти ставить. Тут, в принципе, только один шурупчик открутить. Треснутое. Из-за этого у нас ТО не проходило. Мы ее полностью заклеивали. Вот так, типа, их нету. Ну, там даже не видно, что... Ну вот так они, она, короче, треснута. Ее, видать, до этого кто-то клеил, наверное, хозяин до этого был. Я точно не клеил. Когда покупали, я помню, она была треснута. Вот так. Ну ладно. Ну, по идее, они работали. Сейчас, прежде чем закрутить, мы проверим. О, срам вообще, галогенка здесь стоит. Ну, это оригинальные мы митсубисовские противотуманки. Так. Так. Можно, в принципе, это еще заклеить. Ну, как я уже говорил, я выставлю сразу две в eBay. Пишите в комментариях, кто хорошо напишет. Кому вышли, кому надо. Вот, и... Да, у нас такая галогенка, одна стоит дорого. Так что я две сразу продам за одну. Или кому-то бесплатно достанется из вас. Чуть-чуть надо будет подрезать, походу. Что-то не входит вот из-за этих... Сейчас попробую. Сам лоханулся, я когда бампер снимал, а вы этого еще не видели, да? Да, но это вы еще увидите, почему я снимал бампер. И забыл самое главное, это подключить. Вот, вот так горит старенькая. Но вот так горит. Ну, она сейчас вниз смотрит. Ну, тут сразу заметно, как она намного ярче горит. Она вот, если будет вот так прямо, она прям светит хорошо, да? Ну, круто. Все. Теперь я сейчас эту откручиваю, эту прикручиваю. И уже будем видеть в собранном виде. Я сейчас поэкспериментировал. Вот эти вот тут крепления чуть-чуть по-другому сделаны. Она все подходит нормально. Сейчас я отсоединю это. Не могу. Вот эти вот пятачки придется обрезать. Потому что они мешают, вот, чтобы вот к этим прикрутиться. И она, получается, стоит вот так кверху, как бы наверх светит. Да, вот так. И сейчас буду обрезать тогда. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Ну почти, еще чуть-чуть, вот это вот мешает.
Видать, под другие крепления тоже сделаны какие-то. Ну, светят они прекрасно. Мне нравится белым. Так, все сели нормально. Все село. Вернем сразу новые шурупчики. Они же для чего-то сюда пришли. Значит, завернем. Все, проверяем, работает, нет. Одеваем быстренько. Так, так. Защелкиваем. Все, ровненько. А что пленку отодрать? Потому что пленка, она же такая, будет хреновенько смотреться же. Ну как свет пробивать через стекло. Опа! Теперь она беленькая. Вот так. Все, защелкнулось. Откручиваем. Да, тем, кто не знал, всего вот тут один болтик открутить, я уже еще раз повторюсь. И она все на клепках выдирается, и все, и сама противотуманка на трех шурупчиках держится. Вот на таких масеньких. Да. И еще раз повторюсь, не забываем в комментариях писать, кому надо, я вышлю эти, если вы успеете. Ну, конечно, я их выложу после того, ну, продаваться, как я выставлю ролик. В течение, пока ролик будет идти, недели, вы будьте активны в комментариях, тому я вышлю. А после недели я выставлю уже. Вы видели, они все горят. Вот это вот целое. Оригиналовская Mitsubishi. Asram. Сама эта галогенка. Ну, у нас они прилично дорого стоят. Там около 100 евро даже, по-моему, да. Вот, и... Да, та треснутая, но я знаю, отдельно стекло продается, но я не стал отдельно стекло покупать. Это заморачиваться, короче, да. Короче, вышлю. Будьте активными. Так, тут, походу, стопудово тоже надо будет отрезать. Да, здесь тоже надо отрезать. Так, ее надо проверить, работает она, нет. Закручиваем отличается белый. Теперь туда тоже надо будет покупать, потому что тут такой яркий свет. Да. Сейчас я вот быстро как бы заклею, чтобы не потерялось стекло, ну и нормально дошло до моих подписчиков, если кто захочет. Вот, я не знаю, как у меня большинство с России смотрят, это 63%, и только 6%, по-моему, с Германии. Прям видно, он туда заходит. Ух ты, переборщил. Но все равно она выглядит не очень хорошо. Так что
Стекло лучше заменить, кому оно достанется. И я, кстати, много видел, когда я искал себе, я искал точно такую же. Вот они по одной продаются, стоят очень дорого, но... Еще раз скажу, давайте, будьте активными. Ставьте лайк, кому понравился, подписывайтесь. Как бы не выигрывайте, а занимайте, кто вперед это захочет. Решим это все. Отошлю. Все, на этом заканчиваем видео. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, там дизлайки, если они ставятся у кого. Ну, насколько я знаю, они не ставятся. А вот так, короче, да. Заканчиваем. Bye.